Деревянный дом сошли? Да. Там, где жил отец Павел? Нет. Как бы это берегите. Да, вот это надо берегите. 1915-го, то есть еще до революции. Да, да. Здесь все знаменитые люди ходили. Да, собственно. Вот его угол молитвенный, где вот он. Так оно все и было. Так и все было. Вот об этом Коня написал. Вот эти вот флоринские фишки. После смерти Розанова сюда перешли. Да, это словари 18 века. Русские толковые словарь, да? Да. А можно посмотреть немножко? Вот это, да? Да. Вот это? Да. Это что, дали, что ли, слова? Нет, это не дали. Ах, 18 века. Это самые вот первые. Я так иногда хвалюсь перед аудиториями, что вот вы только в 90-х, в начале 2000-х могли читать тексты Флоренского, Бубердяева, Булгакова, да. А ваш покорный слуга в 15-летнем возрасте уже имел доступ благодаря библиотеке отца к таким текстам. Ага, Бухарев, да. Ну, это знаменитые мнимости в геометрии, да. Московской математической, да, школы. Вот ваш спич, наверное, тоже похож. Да, 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 да. Все очень похоже. Только у нас не такое, конечно, было обычное фортепиано. А так очень. Только здесь пошикарнее, конечно. Пошикарнее, да. У нас было где-то в половину вот так. Текст такой: «Благодарю отца Андроника и всех, кто по плоти и по духу связан с отцом Павлом Флоренским, великим сыном России Русской Православной Церкви, за хранение этого скромного и при этом подлинного мемориала, могущего научить многому наших современников». Спасибо, Господи.